всем вагон приветов, дорогие друзья, подписчики и любители разных прикольных игрушек. Я Нептун, и это канал Нептун GameStuff. Сегодня у нас внезапная рубрика «Первый взгляд», потому что ко мне в руки попала вот эта замечательная игра. Slash or Die. Или, проще говоря, «Руби или сдохнешь». Да, потому что в этой игре нам придется очень много рубить, 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 да так, что аж ноги, руки и головы будут летать прямо в небе, и это очень круто. Это вообще, знаете, это идеальный симулятор убийства времени. Зайти поиграть в замечательный пиксельный экшен-шутер-платформер, что он еще там может быть, и покромсать нежить, это священно. Давайте, русский язык. Игра, кстати, от наших российских разработчиков, они представили мне эту игрушечку на обозрение. На землях, где давно забыто слово «спокойствие», где пробудились самые страшные кошмары, и там, где люди проиграли все войны и стратили все надежды на жизнь, есть группы неживых и немертвых, способных помочь не только себе, но и другим. Но для этого нужно только дойти до конца этого страшного пути. Ты ли это? Смерти покажут. Да, смерти реально покажут. Итак, друзья, вот это мой персонаж, это воин. Я уже немножко поиграл, попробовал игрушечку на вкус, довольно-таки позитивно, и теперь я хочу показать это дело вам. Посмотрите, собранные души, 29 я собрал душ, уровень героя у меня 1, а был 0, кстати. Вот, и второе дыхание тоже 0. Это, видимо, воскрешение в поле боя. Напоминаю, что здесь очень все хардкорно. Мы подыхаем, но воскреснуть мы не можем. Мы возвращаемся в менюшку и начинаем сначала. Но при этом очень радует, что собранные души и, в общем, наш опыт, это все у меня остается, да? И все это дело я могу пустить вот сюда, в улучшение. Здесь можно прокачивать, видимо, жизнь, выносливость, скорость, атаку. А также добывать разные полезные вещи, например, какой-то вот меч молнии, это круто, потом гнев, кровотечение уровень 0 и так далее, равенство какое-то еще. В общем, вот так вот, да? Все это дело требует уровень. Здесь 2, здесь 4, здесь 6, здесь 8, да? Ладно, не будем долго здесь тянуть, давайте начнем хотя бы первый поединок. Игрушечка очень простая, вот первый уровень. Управление на левую кнопку мышки. Вот, он бегает за моим курсорчиком. На правую кнопку мышки это рывок, посмотрите. Опа! Казнили ублюдков. Опа! Сейчас меня казнят, походу. А-а-а, твою мать! Ну вот так вот, да? Очень многие, кстати, в комментариях на Стиме сравнивали эту игру с Dark Souls, твою мать. Это круто, потому что здесь мы будем также много дохнуть. Но смерти здесь не мешают нашему прохождению, а наоборот, они нас закаляют. Закаляют и так, что мы готовы рваться вперед и рвать на себе тельняшки. Давайте, вторая попытка. Кстати, обращаю ваше внимание на довольно-таки забористый саундтрек здесь, 8-битный играет, это круто. А, прощай, зомби. Да, кстати, здесь вот уже два вида противников. Первый — это слабенькие зомби, у них нет меча, они всего лишь... ходячее мясо, да? А вот второй уровень зомби, они с мечами, они еще могут меня нахерачить, как бы. Вот так мы я могу делать. Да, у них по две жизни, кстати. Вот. Вот эта кнопочка, это, видимо, воскрешение. У меня она нулевая, то есть я еще зеленый, у меня еще молоко не высохло, поэтому я ни хрена здесь не умею. Давайте еще одна попытка. Давайте поставим задачу. Значит, наша задача прокачать себе хотя бы второй или даже третий уровень, да? Это будет круто. И... да! Не догоните, ублюдки! Проклятый, так. Так. Еще один рывок. Отлично! Не догоните, твою мать. Вот это, кстати, летающие такие шарики голубенькие, да? Это души. Они хотят ко мне в карман. Я этому даже очень рад. Так, пока неплохо. Вот, в верхней части экрана моя статистика. Показывается, сколько опыта я заработал и сколько душ я собрал, а также какой у меня уровень, да? У меня уровень-то небольшой, но у меня еще, знаете, что есть? Вот это вот. Я не знаю, что это такое, но выглядит очень круто. Это какой-то мой двойник, видимо, да? Он меня защищает. Спасибо тебе, двойничок.
Надо лучника снять. Посмотрите, у него 3 хп. А, меня зарубили. Плохо. Но зато я накопил уже 590 опыта из 1000. Мне осталось совсем чуть-чуть до левелапа. Давайте еще одна попытка. Будем играть до тех пор, пока мы не состаримся. Или пока не хочется эта серия. Так, тихо. Это всего лишь медленные тухлые зомби. Но пусть вас не смущает то, что они очень тухлые и медленные. И что у них нет меча. Дело в том, что они могут устроить мне обнимашки, и я сдохну. В этом и заключается хардкорность, ни хрена, видели? Толпой напали на меня! Толпой! Это не круто! Хорошо, еще одна попытка. Знаете, все это дело напоминает мне старые платформеры на Денди или на Сеге. Опа, музычка-то ничего так, да? О, вот это саундтрек, ребята! Давайте А, подожди! Я активирую это дерьмо, и появляются лучники. Вот что это делает. Хотя, может быть, я не прав, но лучник появляется сразу, как только я использую эту супер вспышку. Этот красненький лучик надежды и веры. Ладно, давайте. Так вот, я хотел сказать, что все это дело напоминает мне старые платформеры, знаете, на Денди или на Сегу. Например, Контра. Кто-нибудь играл в Контру? Там тоже у нас всего лишь была одна жизнь, или три жизни, по-моему, было, да? То есть... Ой, я истощен! То есть мы два раза терпели поражение на поле боя, но не умирали. Но на третий раз нас тупо убивали. Поэтому у нас был какой-то шанс на ошибку. Здесь же шанса на ошибку нету. Опа. Ай-яй-яй, убегай, 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 твою мать, не догоняй. Так, хорошо. В общем, вы понимаете, что здесь нужно уворачиваться, да так, что ж, словно сама смерть за нами гонится. Вот давайте представим на минутку ситуацию, что, допустим, я водила. Я лечу на скорости 120 км в час по трассе. И внезапно ремонт дороги, куча ям. И мне нужно все это дело выруливать, выкручивать, да так, что, блин, все пролетает перед глазами, да? Опа, уровень 1.2, друзья, между прочим. Так вот, игра примерно про это. Нужно здесь активно использовать наш вестибулярный аппарат и мозжечок. Ай-ай-ай! Опа, что это было? Я что-то использовал, какую-то вспышку, что-то типа взрыва. Я не знаю, что такое, наверное, это круто. Ай-яй-яй, не подходи! Посмотрите, какие-то новые зомби. Новые зомби. Они меня пинают своими животами. О боже, танец живота. Что делать, спасите меня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, бро. Так, пока неплохо. У меня, кстати, второй уровень, друзья. Это очень круто, это очень круто. Так, получайте, мир за пакостное создание. Не получить вам Нептунчика. Опа! Ха-ха-ха, да, детка. Уровень 1.3. Напоминаю, друзья, что здесь есть еще и боссы. И что, опа, что это за демон такой? Какого хрена? А где у него жизни? Промах? Как так? Надо лучника захерачить, ибо нехер здесь стрелять. Тихо-тихо-тихо. Призрак, ты давай гуляй отсюда. Че привязался-то? Топай отсюда. Твою мать. Да какого хрена? Почему я промазываю по нему? Так-так-так-так-так, хорошо. Ну, вроде бы держимся, да? Вроде бы как бы, ну, терпимо. А-а-а! Да какого хрена? Я умер. Ладно. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Уровень героя 2. Собранные души. Улучшение. А, посмотрите, у меня что-то появилось. Меч молнии какой-то. Давайте. Так, а как это дело купить? Я хочу меч молнии. Посмотрите, у меня подсвечено это дело. А, он, наверное, куплен, да, уже? Опа. Вот здесь я уже прокачал, да? То есть я прокачал себе жизнь. Одну. Хорошо, а можно было прокачать что-нибудь другое. Но, увы, я уже сделал это. А вот как меч взять, я пока не знаю. Возможно, он у меня уже есть. А возможно... А, вру, друзья, все понял. Он у меня просто доступен, да? То есть мне нужен был второй уровень здесь. Я уже второй уровень, теперь я могу его купить. Но у меня не хватает, видимо, душ. Все это дело можно покупать за души. Значит, нам нужна сотенка душ. Да, точно, посмотрите. У меня было, по-моему, 69, да, или 79 душ. Я купил жизни. И у меня их осталось 19. Неплохо. Ну ладно, давайте посмотрим, что мне дают жизни.
Может быть, меня теперь два раза надо обнимать, чтобы я умер? Давайте проверим. Но, о, реально, посмотрите, два раза. Круто. То есть вы понимаете, друзья, что это просто идеальный симулятор убийства времени. Прийти сюда после тяжелого трудового дня, допустим, после работы или учебы, и расслабиться здесь, кроша этих мудохлебков в капусту. Это бесценно, друзья, это круто. Попутно еще себя можно прокачивать и получать достижения. Опа! Я истощен, но я не сломлен. Ха-ха. Не, ребята, музыка вообще четкая. Но я опять умер. Как только я говорю про музыку, я подыхаю. Это плохая карма. Так, а еще знаете что? Здесь есть еще персонажи. То есть это воин, а еще есть два места под два других персонажа. Я их не открывал, но судя по картинкам на страничке в Стиме у игрушки, там, видимо, есть какой-то барбариан или варвар, да? Там стоял такой чувак с топором увесистым, вот. А третий персонаж там вроде бы была девушка с огромным фаерболом в руке. То есть эта девушка милая волшебница, которая сжигает местных супостатов в пламени священной инквизиции, да? А, детка, поехали. Так, мои жизни, по идее, у меня же и остались, да? Не подходить! А, я еще и промазывать умею. Ничего себе, полезный навык. Промазывать мы умеем, да? Ай, не подходите, демоны! Ай, демоны лезут со всех щелей. Так, вот, допустим, я не знаю, я нажимаю кнопочку А на клавиатуре, у меня происходит такая вспышка. Ну вот этот красный столбик, да, появляется в небе. И почему-то появляется какой-то крутой лучник. Какого хрена он здесь появляется, я не знаю пока. Но механику игры надо поизучать немножечко, да? Так, давайте что ли хоть куда-нибудь дойдем сегодня. Не подходить, блядь, зарублю нахер. Души, ко мне летите. Да. Да, детка. Так, двоих одним ударом. Да. Опа, обратно. Уворачиваемся, да. Неплохо. Опа, хитрый маневр. А, ни хрена себе, они прыгают. Опа, вот это, видали? Жалкие ублюдки. Вот так. Ай-яй-яй, не подходи. Не подходить. Сейчас зарежут. Вроде не зарезали, хорошо. Живем потихоньку. Уровень 1.2. Наверху, кстати, есть шкала, посмотрите. На самом верху, да, по центру. Это, возможно, шкала босса, которого мы встретим на своем пути. Это будет эпично. Но надеюсь, что мы туда доберемся более-менее прокачанными, да? Не подходить, блин, зарублю. Я бешеный в гневе. Опа. Так. Опа, детка. Вот этих двоих можно снять. Давайте, и да. Хорошо, уйди отсюда. Не подходи, я боюсь вас, проклятые зомби. Так. Вот это плохо, сейчас зарубят. Нет, не зарубили. Потому что они отсыхают. Опа. Не ждали, да? Так, траектория, да. Неплохо. Уровень 1.3. А у меня, напоминаю, еще жизни вроде бы остались, да? Да, 4 одним ударом. Эпичненько, друзья. О, лучники по... Лучники меня заразили стрелами ядовитыми. Так, плохо. Но при этом, смотрите, что это за призрак? Кто это такой вообще? Почему меня убили? Жесть, как она есть, да? Хорошо, собранные души у меня 49. Этого маловато. Давайте еще одна попытка. Будем прокачивать себе души. Давайте хотя бы, знаете, прокачаем 3 уровень. Всего лишь 10 очков опыта осталось. И попробуем себе новый меч купить, да? Думаю... Вот, что это было? А, это левелап, точно. Таким образом, да? Ай-яй-яй, забыл. Не на ту кнопку нажал. А, блядь. Не на ту кнопку нажал. Вместо подката я использовал пробежку. На левую кнопку мышки нажал. Это печально, друзья. Опа. Бьем гниду. Рубим. Так. Вау. Тихо! Что-то как-то сегодня не идет у меня игра. Вообще ни разу не идет.
Опа! Друзья, достижение открыто. Я собрал несколько душ, да? Неплохо. А еще смотрите, что есть. Здесь ачивки, друзья. Ачивочки. У меня уже есть... Вот, две ачивки. Это «Я не сдамся». Значит, ее дают за 10 смертей. Также я собрал несколько душ. Это сотенка душ в сумме, да? А еще вам меня не остановить. Нам нужно умереть 100 раз. Я умер 21. Накоплено 10 тысяч душ. Охренеть! Вы представьте, да? Сколько нужно играть, чтобы заработать эту ачивку. Ну и так далее. Другие ачивки есть. Вы можете это почитать на паузе. А мы тем временем продолжаем наши кровавые странствия. Так, третий уровень, друзья, третий. И мы на пути к нашему мечу грома и молнии, да? Мы будем словно Зевс какой-то. Наверное. Я на это надеюсь. Так, тихо. Да. Иди сюда, душенька. А-а-а! Да какого хрена? Как вы это успеваете делать? Я же быстр. Я же как ежик Соник. Меня невозможно догнать. Пошли прочь, ублюдки. Еще хотят меня порубить в капусту. Я вам дам. Так. Еще знаете что? Мне бы как-то прокачать время. Когда у меня откатывается этот рывок. Вот эта зелененькая шкала, это рывок. Как вы, наверное, поняли, он восстанавливается тоже не быстро. Может быть, это выносливость? Если я буду прокачивать выносливость, допустим, то она будет восстанавливаться быстрее. Это было бы очень кстати. В этой игре... Вау, тихо. Да. Да, деточка? Так, 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 новый зомби. Ну, уже старые. Но на этом уровне они как бы новые. О, тихо, тихо, окружают демоны. Окружают демоны, окружают. Так. Да. Музычка забористая. Поехали. Ай-яй-яй-яй, окружает опять. Меня всегда кто-то окружает, что за дела? Ай, пошел. Я истощен, божечки. Получайте, демоны. Получайте, демоны. Души, души, дайте мне мои души. Уровень 1 из 3, да? Точнее, 1-3. Вот опять этот демон, этот призрак за мной летает. Какого хрена ему надо? Чем ему вообще реально надо? Вот что ему надо? Их два уже. А что они делают? Они меня бомбят, что ли, чем-то? А-а-а! Да как ты меня зарубил-то? Я же был непобедим, несокрушим. Ладно. Наша задача по-любому взять здесь меч. Меч грома. Так, пошел прочь, 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 детка. Так. Держимся. Опа. 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 Так, хорошо. Опачки. Опачки, деточки, дочки, девочки, цветочки. Так, тихо, тихо. Ага, держимся, ребята, держимся. Что есть мочи? Поддержите меня, поддержите, говорю, ребята, поддержите. Без вашей поддержки я ничего не смогу здесь сделать. Только ваша only ваша поддержка, друзья. Опа. Так, неплохо, неплохо, я уже чувствую вашу поддержку. Я чувствую, как сжимаются ваши кулачки. Опа. Так, 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 неплохо. Так, тоже неплохо. Надо этих двух шакалов зарубить, ага. Вот так. Теперь вот так делаем. По красоте. Теперь, о, в кучку, в кучку, в кучку. Теперь в кучку, ага. Еще одна кучка. И еще кучка, ага. Но это уже не кучка были, была, точнее. Так, тихо. Так, держимся. Получайте. Получай. Небритый выродок. Так, кучку, надо кучку сделать. Типа вот такой, да. Идите сюда, детки. Да. А, давай, езжай, не вздумай. Не вздумай останавливаться на месте. Ай, блядь, я не заметил. Смотрел на этого мудошлепка с одной жизнью и не заметил, что там лучник появился. Проклятый зеленый арчер. Ой, так, 5 душ, да? Давайте, 5 душ осталось. Ну да, умирать мы здесь будем много. При этом у меня 480 очков опыта осталось, чтобы прокачать себе 4 уровень, друзья. Да?
Держимся. Молотком. А вырастим кувалдой будем. Так. Да, да. Ай, ай, это не душа, это не душа. Ай, твою мать. Или подожди, не задели же, да? Хорошо. Значит, держимся. Блять, а! Ну все, я уже могу себе купить убер-меч. Да? Так, тихо. А, так вот как? Как от них убегать? Они какие-то шустрые вообще? Так, давайте меч. Да! Меч молнии какой-то, и что это мне дает? Ну, допустим. Меч молнии, ладно. Так, поехали. Что за меч? Как его использовать? Что-то у меня типа рывок, да? Улучшился, ну-ка. Нет. Рывок остался тот же. Тогда в чем фишка? Может быть, вот это вот? Какие-то... Какого-то я фантома создал, да? Походу. И что это такое, меч молнии? Я не понимаю. Надо, видимо, подольше повоевать. Может быть, тогда я смогу разгадать тайну этого меча. Хотя, подожди. Меч-то он не будет бить молнии, да, как я подумал? Там вроде бы какой-то процент к урону. Но первый приток урона вроде бы 10, что ли, там было. Или 20%. Но этого явно недостаточно, чтобы наносить двойной урон, да? Зато левелап. Зато левелапчик. Уже хорошо. Так. Так, держимся, ребята. Вот так, получайте. Кучка, кучка, кучка. Наша проверенная тактика. Вот так. Не подходить. Я злой. Я сегодня очень злой. Я коварный, так? Надо выносливость прокачать, реально. Без выносливости здесь жизнь не в радость, друзьяшки. Кучка, 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 кучка. Давайте, давайте. Да. Да. Надо этого зомби убить. Это, знаете, какие-то спайдермены, твою мать, реально. Похоже на спайдерменов. Немножечко. Кучка. Кучечка. Так. Убегаем, убегаем, убегаем. В панике. Так. Так, кучка. Так, кучка. Фух, неплохо. Давайте, что ли, не знаю, до босса попробуем дойти. Вдруг получится у нас здесь это дело. А, лучник появился. Вот он, мразота проклятая. Сколько ты мне крови выпил, ублюдок. Еще один лучник появился. Получай. Не дам себя в обиду. Еще эти призраки появились. Что тоже ни разу не круто. А! Меня призрак задел, ребята! Это плохо! И лучник появился. Это еще хуже. Так, тихо. Так, еще лучник. Лучник, не попадешь. Ай-яй-яй, уйди, 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 лучник! Уйди, лучник! Призраки одолевают! Одолевают призраки. Опа! Так, тихо, тихо, держимся. Держимся, ребятки, три призрака. А это не шутки вам. Так, тихо, тихо. Наверху вот это, видимо, уровень, да? Прогресс уровня. Я уже почти его прошел. Давайте, друзья, поднапряжемся. Божечки, какого, какое это напряжение? Опа, я убил, что ли, призрака? Ни хренашечки себе. Я призраков убиваю. Так, неплохо. Что? Босс? Какого хрена, ребята? Я не готов еще к этому. Кто такого, какого хрена, блин? А, он пукает. Газовая атака. Тихо. Ну, музончик такой четенький, да? Четенький, четенький. Ту-т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 у. Я так понимаю, что к нему подходить нельзя, да? А как его атаковать? Это же больно будет. Еще эти ушлепки появляются здесь. Зашибись, босс, да? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давайте его... Опа, вот так, дайте побить. Нет, он защищает себя щитом. А где у него ХП? У него такая походка? А, он меня запукал. Запукал меня наш босс, значит. Ой, друзьяшки. Вот так, кстати, чтобы разблокировать остальных персонажей, я об этом не сказал, да, но здесь написано. Здесь всего лишь победить первого босса, то есть мы его побеждаем и разблокируем этого персонажа, да? А здесь нужно добывать какой-то камень огня со второго босса, да, и в общем, здесь нужно играть основательно, чтобы получить больше ништяков, да?
Ну все, друзья, надеюсь, вам понравилась вот такая вот игрушка Slash or Die. В Steam она, кстати, стоит недорого, по-моему, рублей 70, так что почти любой может себе позволить это развлечение. А я на этой нотке с вами прощаюсь. Все ссылочки на игрушечку есть в описании под видео. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик и вступайте в группу ВКонтакте. Это был Нептун и канал Нептун Геймстаф. Всем пока! Вулкан, что ли? Вау, ничего себе. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ай, не успеваю меч взять-то. Это твою мать. А круто, посмотрите, я в вулкане. Он из последних сил бежит, на меня прыгает. Жесть, мы горим, но мы должны противопостоять. Пошел. Войди отсюда. А да, круто получилось, да, детка. Круто. Вулканический сворд файт, да, типа такого. Ладно. Ладно. Так.